Всем привет, меня зовут Надежда, и вы на моем канале Geeksess. Внезапно я решила попробовать, точнее, я уже давно хотела это сделать, начать новые игры. У нас Black Mirror. Это квестовая игра такая, не знаю, мне просто попалась в рекомендациях очень давно, и почему бы и нет? Все-таки не только около по романтике нам проходить, поэтому Black Mirror сегодня у нас... Вот так внезапно все начинается... Нет, нет, только не его. У меня еще есть несколько квестов, которые я скачала. Так, мы сейчас побежим, правильно я понимаю? Так, и что, мне надо куда-то конкретно? Господи, я не умею управлять. Да, после, конечно, клуба романтики мне будет очень тяжело во все вот в это вот, учитывая, какое здесь управление, но... Я буду стараться, но заранее прошу прощения. Тебе не спрятаться от меня. Только не его, только не мальчика. С чем взаимодействовать? С куклой? Очень уже странно начинается игра. Я вообще уже не помню, о чем она. Какая-то кукла. Только не мой сын. Не мой сын. Что-то странный перевод, там, по-моему, другой говорит. А чё? Он все говорит, говорит разные слова. А титров нет. Так, опять бежать. У нас выбор. Ну, мы налево пойдем, да? А что они не это? Я не понимаю, что они так? Господи, что за управление? Так, мы оттуда прибежали, по-моему. Да. Меня убьют, короче говоря. Учитывая так, как я управляю. Мне в ту сторону, что ли? Блин, а я хотела сюда. А я думаю, что у меня ничего не получается. Я просто сюда хотела. Так, налево. Не будем пока направо ходить. В следующий раз направо. Мне просто, оказывается, надо было вперед нажимать. Да, у меня все плохо. Господи. О, кто это? Touch. Там было взаимодействие, а здесь touch. Так, и... Господи, что ты... Веди меня по пути твоих заповедей. Трус! Ты предал свою семью! Что там надо было взять? Бери скорей. Что ты подобрал? Что происходит вообще? По-гельски. Или по-гейски. Это уже решать не мне. Ты опоздал. Тебе до него не добраться. Так. Что? А-а-а. Это сработает. Должно сработать. Так, я вообще не понимаю, мышь нужна здесь на этом или нет. Да, короче, у меня проблемки будут, чувствую, с прохождением, потому что я в управлении пока вообще не понимаю, что нужно делать. Мужик, ты чё сжёгся? Внезапно. А кажется, что его хотели спасти, да? Береги себя, сын мой. Кто это прибежал, блин? Тоже такая походка странная. Улупикал? Дорогой Дэвид, с большой радостью я получила твое письмо. Мы все в Индии ужасно по тебе скучаем. Если мои расчеты верны и международная почтовая служба не подведет, ты получишь это письмо на последнем этапе своего путешествия в Шотландию.
Я долго не могла заставить себя написать это письмо из-за опасений, что ты сочтешь его глупым, а то и истеричным. Твой отец посвятил жизнь исследованию запутанной истории своей семьи. Это занятие вместе с содержимостью оккультизмом помутило его несчастный разум. Джон любил свою семью и родительский дом, но любовь его в равной степени сочеталась с ненавистью и недоверием. Берегись, Гордонов сынок. Кровь не всегда гуще воды. Твоя любящая мать. Ну, изучить. Добавлен предмет какой-то. Вещи. Family of Snakes. Beware Key. О, что уже головоломки начинаются? Серьезно? Либрери. О, библиотека. А я, может, вот это хочу почитать. Да, то есть только My Boy, вот это вот все не надо. Так, что это за символ? Это какие-то вот руны, как будто бы. Но это уже цифра 4. У нас. А, ну да, получается, это цифра 4 из вот этих рун получается. А 9 получается из этих рун. Но здесь и вот здесь одно и то же. Значит, это. Так, 9. Допустим, это 1, это 4, 4 плюс 5. Ну, я думаю, вариантов много на самом деле. Так, меню М. Ага, дневник J. 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 О, изучить. Путешествие из Индии было долгим и непростым. Я не хотел бросать мать, чтобы не пришлось переживать смерть отца в одиночестве. Я был еще ребенком, когда он заставлял нас переехать в Индию, заявив, что там нам будет лучше. Однако дело было не в этом. Хотя мне всегда было интересно своими глазами увидеть родовое поместье клана Гордон, отец быстро дал понять, что иногда дом — это просто здание. Похоже, что мою бабушку Маргарет заботит только то, что я могу наследовать поместье. Меня же больше интересуют обстоятельства кончины отца. Даже учитывая то, что он на долгие годы исчез из нашей жизни, и его можно упрекнуть не только в этом. Я чувствую, будто какая-то тень скрывает от меня многое, если не все, что случилось в последние дни и недели его жизни. Большую часть моей юности он провел в путешествиях и поисках ответов, подписываемых Джином. Подавленность отца была связана с его одержимостью историей семьи Гордон и оккультизмом. Не знаю, какие вопросы его мучили, отец не посвящал в это ни мою мать, ни меня, и однажды он просто не вернулся. Наверное, я, как всегда, все слишком усложняю. Разумеется, мои наставники с радостью бы напомнили, что моя склонность смешивать иллюзии и реальность не поможет найти ответы на вопросы, что таит этот дом. А что, тут больше, короче, нечего читать, да? Ну и ладно, закрыть. Так, тут вот что сложно, тут можно шевелить камерой, но вот как... Ага, о, сейчас мы так долго... Этот пейзаж ничего общего с Индией. Так, он, конечно, посмотрел в окно, но мы не видели. Что, господи, что такое резкий, товарищ? Скажите, сэр, далеко еще до замка? Почти приехали, сэр. Вы говорили это 2 часа назад. Надо же было построить поместье в такой глухомане. Но мне кажется, все поместья и строятся везде, где только можно и нельзя. Ну а что еще смотреть? Мы все посмотрели. Чего ты еще хочешь, чтобы я сделала? Ну, короче, только изучить вот эту фигню остается. Но мы же ее смотрели, разве нет? О, господи, давай изучать. Все изучим. Угу. Какой-то типа ключ, я так понимаю. А его можно изучить? А я хочу его изучить. О, записка в библиотеке, ключ. И какая-то поломанная игрушка. Наверное, не стоит и пытаться извлечь из этого какой-то смысл. Не, ну вот это определенно тоже какой-то ключ. Мы на месте, сэр. THQ Nordic представляет... Аж, блядь. Производство King Art Games. Волынка играет. Black Mirror. Black Mirror.
Добро пожаловать, мистер Гордон. Я Эндрю Харрисон. Мистер Харрисон, приятно наконец-то встретиться с вами лично. По вашим письмам не скажешь, что вы так молоды. Спасибо. Давайте продолжим разговор внутри. Я покажу дорогу, на улице довольно темно. Блин, вот это мне уже немножко напоминает. Моя первая игра вообще была... Это Нэнси Дрю. Поместье Блэкмор. Блин, я маленькая была. Я так обкекалась. Просто ужас от происходящего. Там тоже это темное поместье. А вначале, когда мы входили в дом, там типа... Ну, не скримеры, но такие неприятненькие моменты в кустах были с красными глазами. Вообще мурашки были по коже. Вот я как-то, с одной стороны, люблю квесты, с другой стороны, эти головоломки решать не особо хочется. Дэвид, добро пожаловать. Гахендабун. Леди Маргарет, как любезно с вашей стороны приветствовать меня лично в столь поздний час. Мне кажется, первое давай. Очень впечатляющее здание. Скахенду. Необычное название. Что оно означает? Необычное только для того, кто не потрудится выучить гельский. Оно означает Black Mirror. Многие поколения Гордонов владели этим домом. Это большая ответственность. Возможно, самая большая, которую только может взять на себя человек. Какая модность чокером? Ну давай про смерть отца. Простите, могу я узнать больше о последних днях моего отца? Слишком поздний час для столь мрачной темы. Впрочем, ты очень похож на Джона. Ангус, пожалуйста, проводите мастера Дэвида в его комнату. Да, мэм. Ангус, блин. Что делает с нами реклама? Надеюсь, дорога была не слишком утомительной. Это очень отдаленное место даже для Шотландии. Путешествие было прекрасным, спасибо. По пути мне удалось посмотреть несколько чудесных городков. Вы практикующий адвокат. И давно. Меня приняли в коллегию адвокатов несколько лет назад. Я работаю на адвокатскую контору в Эдинбурге. Мне ужасно неловко спрашивать, но это моя работа. У вас есть какое-то подтверждение вашей личности? Вы действительно Дэвид Гордон? Сын того-то там. Вы что? Я понимаю. Вот, пожалуйста. Я привыкла к клубу романтики, то, что я могу постоянно перечитывать. Так, они уже поняли, что это. Любопытная вещица. То, что я, если ошиблась, могу всегда перечитывать, ну, как бы, диалоги, да, и так далее. А здесь, получается, я не могу это сделать, и вырезать, да, потом, потому что тогда потеряется часть хронометража именно в этом. Игры, короче. Так, давайте соврём. Я не знаю, правда, как он врет, но давайте соврём. Ничего особенного, безделушка из Индии. Я храню ее как талисман. Блин, если бы я знала, что он скажет, что это из Индии, я бы так не сказала. А теперь прошу меня извинить, мне нужно поработать в библиотеке. Совесть не позволит мне пойти спать, пока я не разберусь с делами. Я останусь в доме на несколько дней, так что мы, разумеется, еще встретимся. Не беспокойтесь, мистер Гордон, вы в надежных руках. Отлично. Пожалуйста, следуйте за мной, мистер Дэвид. О, опять это чудесное управление. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А камеры-то можно? А, то есть мышь. Все-таки мышкой камеру надо. А нельзя вот как-то убрать этот курсор? Отец, короче, да? Ух, какой. Ваш дедушка. Досточимый лорд. Надеюсь, вы читаете лучше меня. И самое обидное, что я здесь не могу вырезать то, как я зеваю. Потому что, опять же, потеряется часть картинки тогда. Господи, я забываю. А, давай изучим. Изучить. Вне всяких сомнений. Мы с ним родня. Потому что мне кислорода не хватает, я очень много говорю, когда читаю, вот это вот все быстро, особенно когда не хватает кислорода, я начинаю зевать.
Это кабинет хозяина дома, сэр. У вас будет масса времени, чтобы исследовать его завтра при дневном свете. Окей, а чё ночью нельзя? Может, я ночью хочу? Опа, чё это? Сложно, наверное, уберечься от сырости, когда с потолка льет. Очень смешно, мистер Дэвид. Мы делаем все возможное, сэр. Мы уже не так молоды, как раньше. Жалко, нельзя ходить во время диалога, блин, потому что я бы уже дальше пошла и слушала бы его. Куда мне идти? Мужик, ты где? Не здесь. Значит, вот туда, что ли? О, блин. Какое-то существо в тени. Окей. Бля, ты что меня пугаешь? Я вообще испугался не часов, а то, что он резко, блин, дернулся. Иногда с ними такое случается. У меня, кстати, дома у родителей тоже часы с боем. Они бьют каждые полчаса. Я привыкла, но когда к тебе гости... Такое себе для гостей. Журнал заданий. Как посмотреть журнал заданий? Я поняла только, как дневник посмотреть. Леди Гордон ожидает вас к завтраку в 8. Окей. Спасибо, леди Гордон называет вас Ангусом. Приятно познакомиться, Ангус. Да, сэр. Я мистер Маккинон. Маккинон. Мистер Маккинон, да. Советую не выходить из комнаты ночью. Тикающие часы не худшие, с чем можно столкнуться ночью, если не ориентируешься в доме. Доброй ночи, сэр. Уэлком. Может, утром он будет дружелюбнее. Кто? Так, как журнал-то посмотреть? Как тебя посмотреть? Я поняла, что Джей — это дневник. А, Ку. Следовать за дворецким, следовать замок. Я же знаю, что это замок. Не надо, не надо. Знаю, что замок. Сомневаюсь, что здесь вообще бывает тепло. Да, как бы неудивительно. Я немного заблутала, пока шел за Ангусом, простите, мистером Маккинном. Но, по-моему, моя комната должна быть где-то неподалеку. Да, снаружи, блин. Погодите-ка. Да это же часть макета. А может, это не макет? Я говорю, это ключ. Куда-то его надо вставить по-любому. Может, кому-то даже... Может, даже кому-то. Так, открыть. Что там еще есть? Господи, как это неудобно. Как славно, что мне больше не нужно тебя таскать. А вот мистер Маккинон тебя поднял, словно перышко. Он профессионал. Если бы не этот запутанный закон, требующий личного присутствия, я бы вряд ли здесь когда-нибудь оказался. Приехал и всех переполошил. При скорби сообщаю о смерти Джона Гордона. Точка. Пожалуйста, возвращайтесь к Хахендую. Точка. Адвокат Эндрю Харрисон. Точка. У них стоп пишется, да? А запятая как? Никак. Спичек осталось совсем немного. Надо бы получить новый паспорт. Этот почти заполнен. Все, да, больше ничего нет. Этот красивый, жизнерадостный, трезвый мужчина совсем не похож на того, кого я знаю. Собственно, камера у меня периодически вырубается, поэтому будут перебои с картинкой, но я там что-нибудь подшаманю. Что используем? Кровать? Верная подруга бессонница. Тут как тут. Интересно. Эндрю еще в библиотеке? Ты хочешь к Эндрю пойти? Серьезно? Ты даже не знаешь, где тут библиотека. Так, пойдем умоемся. Уйти. Мне нужен свет, чтобы видеть, куда я иду. Да мы и так отлично видим, по-моему, разве нет? В окошечко посмотрел. Что там на занавесках? Что ты меня возвращаешь? Что, нельзя здесь посмотреть? Ничего, вот. Ничего тут нельзя.
части какого-то рисунка. Странно. Свеча почти сгорела, но на какое-то время хватит. Ну, короче, мы жжем свечу и идем это, в библиотеку, я понял тебя. Ну, так-то гораздо получше, потому что и так как бы графон не такой чудный. И все вот это вот. А мы не можем вот эту свечку поменять? Или там какие-то, ничего, пластмассовые, что ли? О, что тут изучить? Старые дома вроде этого во всех ящиках рано или поздно скапливается всяческий хлам. А этот пустой, да? Во всяческих домах скапливается, а здесь нет. Так что, уйти? А там что? Так там ванная-то или где? Так, а мы к комоду подходили? Кровать, короче. Комод-то мы же не видели. Открыть. Что там, ванная, наверное? Когда-нибудь я обязательно проверю, справедливы ли твои оды шотландской воде, отец. А, так все-таки вот эта ванна. Окей, так, что в шкафу? Пусто, погодите-ка. Что это такое? Найденный фрагмент фотографий. Так. Вещи. Это что? Ай. Господи, как сложно, блин. Коробок спичек. Каменная фигура. Письмо, да, письмо. А где фотографии-то? Это все? По привычке на Escape нажимаю, чтобы выйти. И открывается менюшка. А чё, сразу не смог открыть, блин, на всю дверь? А, я думаю всегда, что мне что-то показывают. А я мышку убираю, и автоматически всегда переводится, короче, всё. Что-то там взять. Давай возьмем. Снова часть того же рисунка. Может, если собрать достаточно фрагментов, я пойму, что тут изображено. Чё они все раскидали-то? Мы снова встретились. Мой старый враг. А чё тебе часы враг? Почему? А я не могу развернуться как-то вот, ну, чтобы вперед идти, а не задом. Спасибо. Так, я полагаю, библиотека там. Давай посмотрим, тут ничего нет. Блин, ну, конечно, с таким управлением я много что могу упустить. Но, скажем так, это не только от управления зависит на самом деле. Кухонный лифт такой большой, что хоть человек вместит. Интересно, это замечание, ну, намек на что-то или нет? Чё, по картинам-то ничего мне не расскажешь? Ой, пойдем наверх. Не, ладно, пошли туда сходим, короче, а потом наверх, иначе я запутаюсь, где я была, где нет. Это вот что? Это мы отсюда пришли, да? Или нет? А, вот он автоматически аж пошел. Нет, что-то не так, здесь должна быть комната. А, он, короче, значит, что-то читает и выясняет. И понимает, что что-то не так с этим особняком. Что здесь где-то должны, значит, быть еще потайные ходы и комнаты. Прекрасно. Давайте послушаем дальше, что он подскажет. Нет, это тоже не то. Ну где же? Ну, давай еще послушаем. Подслушиваем, мистер Гордон? Не слишком достойное занятие. А хули ты вслух-то говоришь-то? Ты вслух не разговаривай, когда читаешь. Кто тебе это? Тебе же никто не просил что-то рассказывать. Я тут вообще ни при чем. Я только пришла, ничего не подслушаю. Я только подошла, смотрю, ты сидишь. Вот такое. И разговариваешь сам с собой. Я думаю, ну все, шиза. Отчаяние. Написано неким Гордоном Филлипсоном. Лавкратом. Счастье, это звучит все глуше. Счастье, что звучит все глуше. Жизни серой. Вот я не могу понять. Вот у меня три слова, а он там говорит и говорит. Вы точно нормально переводите мне? Или нет? За стонами и болью.
Слава истерзанной души. По-моему, он там гораздо больше сказал слов, нежели нам перевели, вот что я думаю. Потому что там Sweet Oblivion и вот это вот все. Странно. Замок Отранто. Замок Отранто. Горация Уолова. Уол. Господи. А деве горестной судьбою. Уже ли искренне слезою? И все? Так, мы здесь что-то найдем? Призраки, легенды, история древнего мира. А где остальные? Кто остальные? Так, как спуститься-то к тебе, мужик? Сюда, наверное, да? О, блин, ты чё спотыкаешься? Мы с какой целью пришли? Попиздеть? Так, сюда нельзя. Ой, ой, давай поговорим. Давай работу. Выглядит устрашающе. Устрашающе, но плодотворно и захватывающе. Захватывающе? Именно, у семьи Гордона богатая история. Правда ли, что это одна из древнейших семей Шотландии? О, более того, Гордоны владели этой землей еще в античные времена, до того, как были сделаны первые записи. Прибавьте к этому своеобразные оригинальные местные законы. Да, все это довольно сложно, но увлекательно. Давай про наследство. Вы знали моего отца? Меня вызвали сюда вскоре после его приезда. Зачем им понадобился адвокат? Всему виной те самые местные законы, которые я только что упоминал. Ваш отец уехал, когда умер Эдвард, и юридические формальности по передаче дома не были соблюдены. И это значит, что... Вовсе нет, никаких проблем с передачей поместья вам быть не должно, если вы хотите именно этого. Мои документы. Вы успели посмотреть мои бумаги? Да, и я рад сообщить, что все в полном порядке. Но мой долг юриста требует, чтобы я вас предупредил. За годы, минувшие со смерти Эдварда и отъезда вашего отца, семейное состояние несколько поуменьшилось. Однако настоящее сокровище — это сам замок и прилежащие к нему земли. Я пробыл здесь не так долго, как хотелось бы, но это уникальное место. Я заметил, что дверь кабинета хозяина заперта. Могу я получить ключ от нее? Конечно, я прослежу, чтобы вам передали ключ, если таково имеется. В конце концов, для будущего владельца замка запертых дверей быть не должно. Что ж, это был долгий день. Желаю вам спокойной ночи. Я возьму что-нибудь почитать и тоже пойду. Спокойной ночи. Короче, значит, все-таки замок нам в наследство. А кто ж тогда вот эти тети, дяди, которые тут тусят и не хотят, чтобы я здесь находилась? Вот, значит как, что-то скрываем. Что он скрывает? Тут тоже эти часы, кстати, стоят. На распродаже, походу, покупали, сразу несколько штук купили. Иногда хочется шифтовать почему-то. Так, ну там, видимо, нечего смотреть. Не, ну, конечно, управление вообще непривычное. Еще когда и камера во все стороны фигачит. Так, здесь у меня ничего, если я на себя пойду, нету? Нету. Пойдем, значит, в дверы. О, уже какие-то доспехи рыцарские. Еще какие-то двери. Так, мы в главном зале, что ли? Да, мы в главном зале. Можно заметить семейное сходство. Вот, этот умер совсем молодым, и этот тоже. Похоже, никто из них не дожил до старости. Чудесно. Что еще могу сказать? Просто чудесно. Тонкая работа. Сомневаюсь, чтобы сегодня наша семья могла позволить себе такую диковинку. Ну, что-то из этого поместья продашь, и я думаю, в принципе, сможешь на какой-то период обеспечить его житье, пока у тебя денег не поприбавится. Мы с какой выше двери? Вот это или вот это? Я уже не помню. Так, здесь делать нечего.
пошли в эту дверь. Потому что там я запуталась, какой я была. Здесь вот мы точно не были. Прямо. О! Дрыхнет. Ну, дрыхни, дрыхни, я тебя пока будить не буду. А что ты в кресло-то спишь? Шла по кровать. А ее можно изучить. Давай изучим. Необычное место для сна. Постараюсь ее не разбудить. Да, ничего не пиздани тут, давай. Ой, блин, какой некрасивый. Ну, точнее, витраж красивый, но как-то сюда не вписывается. Леди Маргарет и Эдвард, такие молодые. Но кто все остальные? Да, Дэвид, ты и правда очень мало знаешь о собственной семье. Какие-то картины очень странные. Чего, некуда, да, идти? Ну, пошли, выходим отсюда. Маргарет дрыхнет. Меня вот эта камера за мышью, которая реагирует на мышь, блин, она меня пугает, если честно. Я всегда думаю, что нас куда-то специально разворачивают, чтобы показать скример, блин. Опа. Чё тут? Ничего? Ну ладно, пошли дальше. Так, столовая. Ну, я предполагала, что где-то на первом этаже будет столовая. Опа, а чё это такое? Как мог порвать фотографии, учитывая, что столько усилий приложили к их созданию? А, кто мог порвать? Еще одни фотографии. Снаружи слишком темно, чтобы гадать о размерах поместья. Да оно огромное, ты что не видишь, блин? Тут какие размеры вообще комнат? Офигительно огромное поместье. Очень красивое еще к тому же. Где-то там они нашлятся. Или скорее то, что от него осталось. Какой страшный способ лишить себя жизни. Ну, самосожжение, да. Я исследую территорию завтра, как только зайдет солнце. Да-да-да-да. О, подвал, что ли? Я, конечно, не хотел спускаться, он сам туда уже ткнулся. В смысле? Что это за место? Подумай только, какой род Гордонов древний. Насколько я знаю, он был основан еще во времена Римской империи. А то и раньше. Так, мы скоро уже заканчиваем, поэтому нужно быстренько что-то еще посмотреть. Понять, что это такое, где мы есть. Почему мы здесь? Что-то взять из костра. Еще и удерживать. Сережка. Вряд ли ее специально закопали в зал. Наверное, кто-то ее потерял. Изучить. Такое ощущение, что обитатели дома холод просто не замечают. В битвах со сквозняком огонь в каминах обречен на что-то там. Я бы с радостью сказала, что... Что? Опять фотографии. Несмотря на все, что я знаю о дедушке Эдварде, леди Маргарет до сих пор его боготворит. Так, чудно. Чудно, чудно, чудно. Что это было? Рыцарь изучим. Я, бывало, развлекал своих индийских друзей по школе историями о рыцарях и сверкающих доспехах. Ну, это прекрасно, что ты это делал. Вопрос, где мы? Что это за комната такая странная? Ну, то есть, я не понимаю, для чего она... Еще какие-то ходы непонятные. Что это? Это не библиотека, ничего. Просто, блин, зал с рыцарями. Так, ну отсюда мы... Нет, отсюда мы пришли. Ну как? Так мы... Что-то я запуталась. Камера меня пугает. Потому что так резко он разворачивается. Это пипец. Тут что, никого не было? Просто горит этот камин. И никого нет, да? Так, вот это выход, да? Или мы отсюда пришли? Мы откуда-то пришли? По-моему, мы отсюда пришли. Да, мы пришли из столовой, спустились... Вот. Так столовая же вроде на первом этаже тоже. Почему спустились тогда? Мне показалось, там лесенка нарисована. Что-то, короче, очень странное. Так. А где выход-то? Вот на улицу. О, господи, что ты так крутишься? Ты меня путаешь. Так, ну пока прикольно. Мне пока интересненько, что тут будет происходить. Но я все еще переживаю о том, что я ничего не смогу сделать. Заперто.
Так, мы идем тогда обратно в столовую, потому что я хотела эту дверь изучить. Мы идем обратно в столовую, из столовой в коридор. Там в коридоре еще были двери, что ли. Или я, может, что-то путаю, нужно сразу идти в этот. Да, наверное, столовая как раз будет, где лезть. А, не, коридор, реально. В коридоре что-то было еще. А что, в эту сторону ничего нет, хочешь сказать, да? Тут эта бабулька спит, значит, там столовая. В столовую можно попасть вот сюда, в центр. А, так вот, мы же в одну из этих дверей не пошли. Мы из одной... Мы вот это из библиотеки вышли. Это вот сюда, это туда. Так, а что нам нужно сделать? Серьга. Я, конечно, не слишком разбираюсь в таких вещах, но выглядит довольно старомодно. Прощальный подарок от матери, чтобы освещать мой путь, как она сказала. О, красиво. Записка о библиотеке, ключи, какая-то поломанная игрушка. Так, это мы видели. Так, это мы все видели. Дневник, журнал, задание. Исследовать замок. А я его не исследовала, получается. Ну, значит, надо на второй этаж. Значит, что мы делаем? Мы идем на второй этаж и заканчиваем на нем. Да, если... Потому что я не знаю, где, куда я еще должна сходить-то. Нас никуда не пуска... Вломиться в чью-нибудь спальню среди ночи не лучший способ заслужить доверие. Ты хозяин этого замка. Здесь все твое. Запуская не знают. О, а туда мы ходили, на третий этаж. Блин, ну это долго исследовать. Короче, а, постучать, нихуя себе. Это мы к кому пришли? К этому, к адвокату? Какая жалость. Чердаки могут рассказать о владельцах массу интересного. То есть все-таки это чердак. То есть лестница прям четко на чердак ведет. Окей, тогда что еще я должна здесь исследовать? Вот в чем вопрос. Тут мы были? Да, по-моему, были. Мы отсюда пришли. Тогда что еще ты хочешь, чтобы я исследовала? Ну, это библиотека, короче. Все, понятно. Это А, вон, мы не изучили, что это. Может, это отец имел в виду, когда говорил про семью змей? Фух, блин, я уже... Что такие это... Все, короче, на этом мы заканчиваем. Хочется убрать мне мышь с экрана, но не могу, потому что камера двигается. Короче, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем, потому что... Ну, хотя бы выполнили два задания и посмотрели игру. Пока что мне интересно, мне нравится атмосферка. Это прям у меня ностальгия по моей первой игре, по Нэнси Дрю, как я уже говорила. Я люблю головоломки, но так как я очень давно в это не играла, я играла, ну, только в клубы романтики в последнее время, Геншин, поэтому немного далеко от меня ушло вот это вот все. Я надеюсь, вам очень понравится и игра, и прохождение, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мои другие социальные сети, не забывайте делать колокольчик серым, чтобы не пропустить новые серии визуальных новелл и не только. Всем до встречи, всем пока!